Солисты театра «Астана Опера» Мадина Исламова, Татьяна Вицинская, Рамзат Балакишиев, Ержан Саипов и приглашенная исполнительница из Хорватии Сандра Пламинац представили слушателям концерт вокальной романтической музыки «Суори». В нем жители и гости столицы услышали знаменитые вокальные произведения казахских, итальянских, французских, немецких, австрийских, хорватских и русских композиторов. В этот летний вечер мы предлагаем нашим слушателям немного отвлечься от повседневных, будничных забот и окунуться в завораживающий, прекрасный мир классической музыки. Это музыка Моцарта, это музыка Пуччини, это музыка Оффенбаха, Жака Оффенбаха, Камиля Сен-Санса прозвучат произведения. Также прозвучали арии «Дон Жуана» и «Эльвиры» из оперы «Дон Жуан» Моцарта, зажигательная «Хабанера» из оперы «Кармен Бизе», «Ариоза» Вертера из оперы «Вертер», «Масне» и многие другие произведения. Вообще мне очень нравится то, что казахи очень гостеприимные, очень теплые, очень интересные. Есть у них какая-то своя философия, и мне очень нравится казахский язык, поэтому я решила на нем спеть в этот раз. Она очень мягкая, очень романтичная. Например, у нас народные песни такие более прыгучие, веселые, либо совсем военные, а здесь они такие прямо нежные, такие воздушные. Я никогда не слышала настолько романтичной народной музыки, которая похожа именно вот на какой-то романтизм 19 века. В Казахстане это еще много веков назад вот так вот пелось. Помимо вокальной музыки, в насыщенную программу концерта вошли и инструментальные произведения, посвящение Шумана Листа и скерца Бестыбаева.